Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на передаче «Больные темы». Наша больная сегодняшняя тема – это тема счастья. Что такое счастье? Счастье – это когда ты счастлив, когда ты любим, когда ты летаешь, когда у тебя крылышки вырастают, когда тебе просто хорошо, когда ты счастлив каждому дню своей жизни. Старайтесь, дорогие друзья, вне зависимости от вашего статуса, от вашего возраста, от вашего семейного положения, от вашего положения в обществе, искать каждую минуту, каждую секунду своей жизни счастье. Его можно найти в простых мелочах, его можно найти в больших поступках, его можно найти в отношении к вам, его можно найти в отношении своем кому-то. Помните, счастье, говорят, что любит тишину, нет. Счастье любит поступки, счастье любит ваше желание кого-то делать счастливыми. Счастье – это когда вы стараетесь. Не думайте, что оно будет вечно падать на вашу голову с неба. Не думайте, это карма, не думайте, это судьба. Не думайте, это все от Бога. Счастье – это от людей, от нас с вами. Делайте хорошее, делайте правильное, делайте то, что сделает вас счастливее, понимаете? Вы стараетесь только для себя и делаете от этого себя только несчастнее. Наша проблема в том, что мы слишком в себя влюблены. Мы думаем, вот я пуп земли, я королева, я такая красивая, я такая секси, меня все должны обожать, я должна быть звездой Инстаграма, там должна блистать на подиумах, меня все должны любить. Этот праздник не будет вечным. Если вы не научитесь отдавать себя, отдавать свои добрые поступки и делать кого-то счастливее, помните, рано или поздно эта игра в одни ворота закончится, и вы останетесь наедине со своим одиночеством и с океаном разочарований. Делайте кого-то счастливее, дарите цветы, дарите улыбки, рожайте детей, не знаю, любите близких и родных. Не будьте крысами, которые заперлись в темной комнате и боятся пустить в нее свет. Понимаете, счастье любит мужество. Если ты женщина, если ты девушка, если ты мать, сестра, подруга, невеста, жена, делай счастливыми тех, кто тебе дороги. Не нужно экономить на своих добрых поступках. Не нужно экономить на своем отношении к людям. Улыбайся. Не нужно делать вот это непонятное, зверское, обозленное, сучье выражение лица. Улыбайся. Начинай каждый день с улыбки. Выходишь, улыбайся, радуйся. Дари свет. Не нужно, знаешь, все время сплетничать и говорить у людей за спиной. Этот плохой, этот дрянной, это плохая. У подруги ноги короткие, у друга голова лысая, у того изо рта воняет, у этого, я не знаю, волосы выпадают. Неважно, не нужно этого барахла. Дари позитив. Не нужно промывать чужие кости и застревать в чужом грязном белье. Говори о хорошем. Делай хорошее. Неси тепло и добро. Неси радость. Помни, если ты будешь нажимать на гнойные прыщики, из них будет выливаться вот этот желчь. Не делай этого. Обходи их стороной. Не нужно раздраженные места расчесывать до крови. Не нужно сыпать соль на раны. Обходи их. Дари радость, дари свет, дари тепло и позитив. И тогда все тебя будут обожать. Все люди любят успешных, любят позитивных и добрых людей. Вот посмотрите, вот если в вашем окружении 100 человек, из них 90 злые, озлобленные, недолюбленные, недожеланные, недо-что-то сделанные люди. Вы будете с ними? Нет, вы выберете золотую десятку позитивчиков, вкусняшек, добряшек и будете с ними, потому что они излучают добро и тепло. Все мы хотим, друзья, быть счастливыми людьми, с теми, кто дарит нам положительные эмоции, с теми, кто поливают цветы, с теми, кто радуется хорошей погоде, с теми, кто не жалуется на природу, на политическое состояние в Гондурасе, на войны, на беды, а с теми, кто дарит тепло. Поймите, мы в этом гребаном мире ненадолго. Мы песчинка в море, мы капля в пустыне, все что угодно, это мы. Мы сегодня и сейчас. Через 50 лет нас не будет. Если вы верите в сказки, в рай, в птичек, в огонь и, я не знаю, в райские врата, верьте в них. Пусть это будет ваша вера. Но нужно сегодня, сейчас, в это мгновение быть счастливыми. Нужно найти себя в этом мире. Нужно самореализоваться. А для того, чтобы быть счастливым человеком, нельзя быть сукой. Нельзя быть мерзкой тварью. Нужно быть сердцем. Нужно быть вселенной. Понимаете? Если вы вселенная, весь мир крутится вокруг вас.
Будьте счастьем, будьте добром, будьте радостью и светом, дорогие друзья. Я вам дам три важных совета. Дорогие друзья, наши три важных совета на передачу «Больные темы». Тема сегодняшняя наша – счастье. Первое. Для того, чтобы быть счастливым, нужно дарить и излучать счастье. Второе. Не ищите плохое во Вселенной, ищите хорошее. И третье. Перестаньте быть злыми. Счастливый человек – это обязательно добрый человек. Не может злой, озлобленный, осучившийся человек быть счастливым. Но хоть одного злого счастливого человека во Вселенной, вот 7 миллиардов до нас, хоть одного злого счастливого человека может мне показать. Он будет счастлив типа для себя, типа он такой крутой. На самом деле злые люди не могут быть счастливыми. Счастливый человек – это обязательно хороший человек, без вариантов. Будьте хорошими людьми, и вы будете счастливы. Вот в чем ключ к нашей с вами победе, дорогие друзья. Не будьте злюками и гадюками, не будьте змеями, не будьте зазнавшимися уродами, не будьте королевами бензоколонок. Будьте просто хорошими девочками и мальчиками. Излучайте добро и тепло, дарите свет, тратьте последние деньги, надевайте лучшие платья, выглядите сногсшибательно, делайте добро, дарите цветы и подарки. Не экономьте на тех, кто вам дороги. Помните, именно хорошие воспоминания останутся нам с вами в конце нашего жизненного пути. Понимаете? Главное, как ты проживешь жизнь, а не с кем и почему. Я вас очень сильно люблю, дорогие друзья. Наша сегодняшняя тема была «Счастье». Целую, обожаю.